Всем привет! Ну что, ни одной поклевки нету. Как назло, еще оторвал поплавок свой последний. Вот. Зацепил и оторвал. Жалко. Поплавок был классный, из бальзы сделан. Там сколько-то там процентов бальзы и сколько-то процентов пенопласта. Классный поплавок, очень легкий был. Вот. Вот удочка моя. Теперь я как типа а-ля фидер. Без поплавка, короче. Вот. Погода вроде нормальная. Был сегодня дождь, ужасно лил дождь. Ветер был сильный. Но сейчас все рассосалось. Тучки. Все, благо, разошлись. Нормальная погодка. Должно клевать, должно. Вот прям вот, вот не знаю, вот думаю, может быть, еще хотя бы пару голавликов поймать. Покрупнее. Короче, попробовал, мне попала сегодня густерочка небольшая. Я думал, на нее хоть что-то поймаю. Ничего не клевало тоже. Вот. Даже не знаю, куда ехать за рыбой. Так хочется в жизни хотя бы один раз почувствовать, что такое настоящая рыба. Я вот за всю свою жизнь, да, мне несколько штучек попадалось по килограммчику, по полтора килограммчика, не больше. Вот. Да, настоящей рыбалки я никогда не видел. Но зато я живу рядом вот с такой красивой природой, с речкой Уфимкой. Так, пока никто не клюет. Будем надеяться, что хотя бы кто-то клюнет. У меня вот еще один есть малечек, конечно, в котелке. Голавлик. Вот. Будем надеяться, что что-то хотя бы клюнет. Стоим, ждем. Ветерочек есть, конечно, небольшой такой. Прям дует метров. Ну, метра три. Ну что ж, подписывайтесь на канал. Всем приятного просмотра. Ставьте пальчики вверх. Пишите в комментариях что-нибудь интересное. Давайте советы, рекомендации по ловле хищника. Я ловлю хищника с берега на поплавочку. Вот. Так что, в принципе, мне почему-то интересно ловить всегда на поплавок. Не знаю почему, но мне так вот интересней. Вот, может быть, не знаю, может быть, какую-нибудь доночку сделаю. Вот, посмотрим. Ладно, увидимся. Всем пока.